Всем доброе утро. Мы жители дома 215. Хотим обратиться к вам, журналистам, о том, что у нас открывается АЗС сразу за детской площадкой. Вот такая вот у нас граница. Люди готовятся открыть. Открыта стела с сегодняшнего утра по ценам дизельного топлива. Вот посмотрите. Вот так выглядит ограждение от заправки опаснейшего объекта в жилой зоне. Вот идут пешеходы рядом. А посмотрите, прошу обратить внимание, напротив заправка. И через 200 метров еще заправка. Вот она, Роснефть стоит. Нам мало заправок. Мало нам заправок. Надо вот здесь, рядом с детской площадкой, сделать. Высотный дом, 25-этажный стоит. Все облагорожено, чинно сделано, работники работают. Вот. Идет подготовка, чуть ли не торжественная, к открытию. Ну и стела, сняли полотно. Вот, ресторан «Айвенго». Здесь часто у нас гуляют люди, зажигают салюты, которые бабахают. Пожалуйста. Мы просим с вашей помощью осветить эту тему в очередной раз и не дать открыться этой заправке, которая находится в зоне G7.